этой зимой я снимал, как тут чистили снег. И вот наконец-то летом, поздней весной, приехал в это же место, чтобы показать, как оно выглядит летом. Чуть-чуть покрасивше, конечно. Снег исчез куда-то. Стало красивее. Ой, я помню, кажется, я подходил к своей машине, показывал, как она была припаркована в сугробе. Сейчас сугроб зелени вокруг машинки. Вот она, красавица. Вот. И вот он, парк Голд, который зимой показался вообще не парком. Пол деревца, никакой зелени вокруг. Так, тут машинки, я уйду. Ну, он прям не огромный парк, это парк между домами. Мини-парчик, парчонок. Вот он вот такой вот, с тропиночками, с деревцами. Еще помнится, у меня ноги, ой, ноги, руки тут замерзли бешено. Вот, зеленое насаждение. И детская игровая площадка, которая, по идее, были закрыты на коронавирус. Сейчас уже вижу, что нету ленточек. Деревца поджух, слушай. Танюшка там гуляет по парку. Миссис Весна. Жарища просто невыносимая. Жарко и душно. 32 градуса по Цельсию. И легкий-легкий ветерочек делает жизнь чуть-чуть легче и проще. Вот он, маленький парк. Зимой реально казалось полтора дерева тут.